Анатолий Быков подозревается в подстрекательстве к убийству криминального авторитета. На него заведено еще одно уголовное дело. По версии следствия, в 1998 году бизнесмен, чтобы поддержать свой статус среди преступников, дал указание убить 48-летнего знакомого. Его расстреляли возле собственного дома. По данным СМИ, речь идет о криминальном авторитете Владимире Филиппове. Напомню, суд присяжных уже вынес Анатолию Быкову обвинительный приговор за организацию двойного убийства и назначил ему 13 лет колонии общего режима. Но пока идет расследование других дел, бизнесмен находится в СИЗО.